Еще один добрый день. В рамках марафона «Ты нам нужен» благотворительный фонд «Созвездие Плюс» совместно с общественной организацией инвалидов «Аврора» организовали концерт в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. На сцене талантливые ивановские вокалисты и танцевальные коллективы. В зрительном зале те, кто не остались равнодушными к чужой беде. Сегодняшний концерт организован для двоих детей. Это для Амали и для Наташи. Родители их обратились в наш фонд за поддержкой. Требуется порядка 100 тысяч рублей на двоих детей. Амаль сейчас в больнице. Недавно перенес операцию на обеих ногах. Теперь требуется реабилитация. Семье она не по карману. У Наташи симптоматическая эпилепсия. Не так давно ей уже помогли собрать деньги на аппарат вагуса, необходимый для терапии. Но теперь прибор нужно несколько раз в год программировать. Это тоже стоит денег. Здесь стоит аппарат, проводочки проходят, и вот и он настраивается. Там идут определенные импульсы через определенное время. И вот он каждый месяц, ну, иногда два, ну, это как врач решит. Его смотрит по компьютеру, как он работает. Эта вот настройка нам сейчас очень необходима. Благотворительный концерт не случайно проходит на сцене Политехнического университета. Его преподаватели и студенты уже внесли свой вклад в апельсинометр и не смогли не поучаствовать в новом проекте. Это благое дело. Мы очень трепетно относимся к подобным мероприятиям, потому что такие мероприятия, которые нам позволяют отдать частичку себя, частичку тепла людям, у которых есть какие-то определенные жизненные ситуации, определенные трудности. Вот те дети, которым мы помогаем всеми силами возможными, не по своей вине, скажем так, не могут полностью отдаться вот той вот жизни, тому теплу, которого они достойны. Есть дети, которым с рождения не повезло со здоровьем, зато повезло в другом. Их окружает много добра, людей близких и даже незнакомых, которые желают им блага, хотят помочь. Потому эти дети такие добрые и искренние. Они, как и их родители, надеются на лучшее, верят в людей и знают, что в этом мире они не останутся наедине со своей бедой. О таких детях, которым нужна помощь, она очень нам помогает. Мы понимаем, что мы, наверное, не одни в этом мире, и всегда можем рассчитывать еще на чье-то плечо, которое всегда могут подставить нам в трудную минуту. Спасибо огромное всем. Всем, кто помогает детишкам с ограниченным возможностями здоровья. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.